сверхзвуковые скорости и атаки с шашками на голову одну и в другую сторону. Ух, хорошо, сильно и главное чисто. Чуть зазевался игрок Красной Армии, чуть голову опустил, сразу бах и все. Швангерадзе старался. Все, что мог для того, чтобы Зайцеву помешать отправить шайбу. Ветку ворот тольяттинской команды. Вот такой момент очень зрелищный получился. Надо подниматься и продолжать игру. Здорово встречает своего соперника Эрнест Григорян. Держать 100% показатель отраженных бросков в этом сезоне. Жесткое столкновение в центре. Савин постарался и досталось достаточно прилично так Максиму Кириленченко. И что дальше? А дальше ошибка. И можно тут так на обрез попасть. Ух, мельница от Ивана Синицкого. Попался на этот силовой прием Роберт Чернов. И я думаю, что этот эпизод в число самых красивых моментов всей недели МХЛ может попасть. Последняя минута основного времени. Чайкам. Силовая борьба. Хоккей остается красивым до самых последних смен, до самых последних мгновений. Продолжают хоккеисты биться, бороться и сражаться. Для того, чтобы выйти сухим из хоккейной игры. Здесь Миргород ошибается. А зато какой силовой это Лобиева. Практически мельница удалась, да, пятому номеру. Но не позволил от себя закрутить Роман Макаров. Добавляя зрелищности, конечно, такие моменты. Два раза победу одержали легионовцы. Два раза Кудесский Медведь. Смотрим, вот это жесткий силовой прием от... Жесткий, но в пределах правил. Силовой прием от Никиты Щеглова. Центр передачи, дальше набор. Вот это силовой. Вот это силовой Григория Ванина. Очень жестко. Мне кажется, у него визор треснул. Визор треснул, обалдеть. Я впервые такое вижу. Ах, Ванин, ну красота. Ну красота, конечно.